Спикер парламента Карачаево-Черкесии Александр Иванов поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, инвалида первой группы Лидию Пасохину. Родилась Лидия Алексеевна в городе Калинин, ныне Тверь. Когда началась война, ей было всего 13. Год вместе с матерью, старшей сестрой, она работала в госпитале. А уже в 42-м, несмотря на возраст, воевала в составе этого же госпиталя на Прибалтийском фронте в звании рядового, выхаживала раненых. Детство Лидии Алексеевны закончилось очень рано, но зато на ее счету сотни спасенных жизней. Здоровье не позволило ветерану присутствовать сегодня на параде, и поэтому парад пришел к ней домой, в лице учащихся 9-й гимназии Черкесска. Дети читали стихи, пели песни, юноармейцы прошли строевым шагом под окнами ветерана. Пасохина Лидия Алексеевна, наш ветеран, житель города Черкесска. Мы стараемся не обходить внимание всех ветеранов, в том числе и ее, вообще в повседневных буднях, ну и, конечно же, в день нашей замечательной победы. Дети очень рады всегда приветствовать нашего ветерана, оказывать всяческую подшефную помощь в том числе. Ну и сегодня они были рады все и горды тем, что поприветствовали ветерана на нашей акции «Парад у Дома ветеранов», «Парад у Дома Победы».